Многодетная мать убила себя из-за поборов в школе и равнодушия чиновников. 35-летняя Балжан Узбекова съела все таблетки из своей аптечки. В местную больницу ее доставила подруга, но врачи, к сожалению, не смогли помочь. При поступлении женщину тут же госпитализировали в отделение реанимации, однако утром врачи констатировали смерть от тяжелого отравления ацетилсалициловой кислотой. В произошедшем родственники погибшей винят лично акима района Берика Тынышбаева. Балжан Узбекова проживала с детьми и мужем, который в момент ЧП находился на работе. Он занят на стройке в Алматы. Многодетная мать в школе и детском САУ постоянно вступала в конфликт с администрацией, требуя отменить денежные сборы или сделать расходование средств прозрачным. Из-за этого она постоянно сталкивалась с претензиями и агрессией со стороны руководства учебных заведений. После очередного требования собрать деньги, Балжан Узбекова обещала обратиться в акимат и вскрыть схемы поборов. Этот сбор был отменен, но на женщину посыпались угрозы, касающиеся нахождения в школе ее детей. Также известно, что женщина занималась благотворительностью, привлекала спонсоров к проблемам малоимущих семей, искала управу на безразличных чиновников, помогала оформлять документы и защищать свои права тем, кто сам не справлялся. В последние дни она жаловалась подругам, что нажила много врагов. На прием к акиму Аксузского района она все-таки попала, но со слов подруги, тот даже не захотел ее выслушать, буквально выгнав из кабинета. Это, судя по всему, и стало последней каплей. Женщина, которая еще накануне была окрылена фактом, что к чиновнику она пробилась, рыдала в трубку. О том, что проходила за закрытыми дверьми акимата, СМИ узнали со слов свекрови женщины-бабушки ее детей. Она успела рассказать, что кроме отказа помочь, ее сноха столкнулась и с прямыми угрозами. Сразу после посещения чиновника, к ней домой нагрянула полиция. Женщину обвинили в оскорблении акима и угрожали административной ответственностью и штрафами. Самой Балжан Узбекова в этот момент дома не было, и полицейские запугивали женщину, несмотря на возраст.